Всем привет, с вами Паша, и сегодня мы будем играть в Бравл Старс. Да. О, привет моему подписчику, агент 007. Привет ему огромный. Да, вот, агентик. И сегодня мы попробуем дойти до безумия на Шелли. Попробуем, может быть, агент... Да, приглашение отклонено. Отклонено. Мы убираем код команды. Решение отклонено. Ладно, я потом скажу агенту. Приглашение отклонено. Ну ладно, мы одни поиграем. Да, ладно, я пошутил. Мы сегодня не в Роборобку будем играть. А я покажу вам топ-сам 5 самых худших бравлеров каждой редкости. Ну, не топ 5 самых худших, а просто бравлеры, самые худшие бравлеры по редкости. Вот, редкость, например, там, хоть на пути к славе. Да. Мы начинаем. Сначала начинаем на пути к славе. Мне кажется, что на пути к славе это Бул. Потом, сейчас я вам расскажу, почему. Вот Бул. Зайдем за него в бой боссом. Почему Бул? Потому что сейчас такая штука случилась, то что сейчас все, ну, получается, все чикают кусты. Бул же у нас это крыса. И вот сейчас такая штука, типа, все начинают чикать кусты, и Бул очень легко запалить. И поэтому... Вот так вот. Его ульта совершенно бесполезна. Я не знаю, бесполезней ульты не было. Да. Бесполезно просто. Я даже не знаю. Да, это Бул. Мы сейчас за него играем. За него только если в Роборубке играть. Больше за него ни за кого нельзя играть. Он просто не знает. Ну, это сейчас просто все чикают кусты, мне вот друг недавно сказал. Сейчас просто все чикают кусты, и получается было вообще легко найти там в кустах. Даже Барли, даже Динамайки легко найдут его. Его ульта совершенно бесполезная. Я вот даже не знаю, хочу спросить, почему именно у него такая бесполезная ульта. Я бы его не то, что на пути к славе поставил бы, я бы его поставил начальным игроком, потому что он просто безумный. Потому что просто начинают чикать кусты сейчас. И это просто. Булу найти как... Да, его ульта вот только в Роборубке, минимум. Да, сейчас мы перейдем к другому бравлеру редкости. Если у нас не будет этого бравлера, то тогда мы будем испытывать его. Но Бул это прям самый худший бравлер в топе просто. Я не знаю, худше Була нету ничего. Просто все чикают кусты, стал Бул бесполезен. Даже мне сначала нравился Бул. Сейчас, мне кажется, он самый бесполезный игрок. Ну, смотрите, что его он там. Ну что? Она же ничего даже не делает. Хотя бы что-нибудь поставили, интересно, так? Обычная ульта, даже ничем не отличается. Вот даже у Карла... Да, 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 да. У Карла даже ульта лучше. Ну, посмотрите, какая у него бесполезная вообще удары даже. Мы на обычном играем. Да, у нас немного интернет подлагивает. Ну вот, мы уже поближе сели. Да, нас убили. Ну, это такой бесполезный, настолько бесполезный, я не знаю.
даже о нем нечего говорить. Сейчас я еще немного куда-нибудь стану, так, чтобы связь была хорошая с его. Не, ну была такая бесполезная. Ну вот просто даже если ультануть, ему половину хитпоинтов снесут. Просто, видели? Я ультанул, меня сразу же убили. И вот так вот всегда. Просто я не понимаю, в чем, зачем они добавили Була и зачем они поставили его на пути к славе. Даже Шелли была бы лучше. Ну, мы сейчас завалим робота. Да, мы завалили. Следующие это у нас редкие. У меня этот редкий есть. Ну, догадайтесь, кто это. Даю подсказку. О, агент 7. Попросить принять. Давайте откроем маленький ящичек. Два билета. Нет, не хочу выйти. Что нам новое? А, опять донат. Да, и привет моему дорогому другу агенту 007, который не пропустил ни одного моего видео. Агент 007, ты видео. Да, и на следующем нашем топе это Эль Примо. Эль Примас. Да, агент 007. Сейчас мы ему предложим бойца. Какого-нибудь, который у него маленький ранг. О, бери Пенни. Да. Да, агент 007, большой привет. Мы продолжаем наш топ. На топе Эль Примо. Эль Примо. Почему именно он? Опять та же проблема с кустами. В кустах просто. Это же крыса? Да. Это и просто с кустами. Это невозможно. Я еще напишу сейчас агенту 007, что он видео. Вот. Вот крысы. Просто крысы. Поэтому мы отправили в топ, в этот наш топ. Да, именно Эль Примо. Он уже не то, что не крыса. Даже Бул может быть уже получше, чем Эль Примо. Я не знаю, я бы его поставила также на пути к славе, но только не Була. Но Эль Примо точно поставил бы. Да, потому что Эль Примо просто... Его ульта, конечно, хорошая, но она очень мало урона, просто. Неимоверно. Спасибо агенту 007 за помощь. Просто. И он еще ближний. Его просто дальники будут выносить, я не знаю, как кого, просто. Он будет просто летать. Будет летать. Следующий в нашем топе это сверхредки. Это... Никарл, Энерико. Это, конечно же, Карл. Это Карл. Чисто Карл. Просто Карл. Потому что слабый. Это первое. Он даже на крысу не годится. Во-первых, у него очень медленно возвращается кирка. Очень медленно. Сундуки просто ломать невозможно. Понимаете, вот просто. Это какой-то самый, вот сами не знаете. Понимаете, меня сейчас убьют. Смотрите, какая бесполезная ульта. Я просто потратил ульту, и меня убили. Просто убили. Вот, понимаете, не возвращается кирка, я почти... Я самый минимальный урон нанес, который только мог. Даже Биби меня убил с ультой, у которой вообще жизни просто нет. Ну и этот матч, наверное, будет ничем, но я не понимаю. Почему его сделали таким